Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Уникальнейшая ситуация. Посмотрите, как красиво вокруг. Мы сейчас находимся на высоте 5400 метров, в волне атмосферной. С нами летают наши коллеги. И посмотрите, какой прикольный гриб прямо рядом с нашим аэродромом вырос. Он сейчас, конечно, уже немножко не такой, как был. Но вот я не смог удержаться. Я пообещал не снимать новые видео, пока не публикую старые. Но сейчас именно та ситуация, когда нужно вам показать. И показать, вот как что с нами еще один планер летает. Сейчас мы его попробуем догнать. Он быстро носится. У нас кабина единственная, как вы видите, вся в ледышках. Обледенение. То, что мы дышим, застывает на кабине. А почему это происходит? Потому что воздух, который попадает к нам в кабину, тоже достаточно влажный. И реально идет обледенение. Если я сейчас в эту линзу спущусь. О. Еще один встречный. Да, прям огонь. Трафик огонь. Сверху нет никого? Нет. Смотрите, сверху тоже линза висит. И мы реально обмерзаем. На самом деле, когда летают в волну, то делают двойной фонарь. Ну, то есть, если очень высоко летать, то есть 5800, как мы обычно летаем, никаких проблем. Потому что, как правило, такой высокой влажности нету. И солнышко светит, все это тает, все прекрасно. Но не сегодня. Сегодня не тот случай. Видите, везде вот эти волновые линзы образовались. И именно они показывают, что в некоторых слоях атмосферы, ну, в данном случае на 5000 метрах где-то, очень-очень влажный воздух. И он образует вот эти облака на большой высоте. И вот вы имеете честь такой красотой любоваться. Фантастика на самом деле. Мы медленно, но уверенно приближаемся к высоте 5800. Это предельная здесь высота для нас, ну, без связи с диспетчером. То есть мы можем, конечно, выйти на чистоту, сказать, что мы хотим летать как самолет. Над нами просто уж трасса воздушных линий проходит. Если мы поднимемся больше, чем на 5800, то мы благополучно встретимся с каким-нибудь самолетом. Помашем ручкой в иллюминатор, но это будет очень некрасиво. Итак, вот посмотрите, над всеми Альпами нам разрешают летать на высотах 5800. Представляете, вот мы сейчас можем, и мы не только можем, мы сейчас сделаем, мы сейчас полетим вот туда дальше, на экран, налетаемся там. И для этого мы вполне можем не спрашивать никаких разрешений. Я чувствую, коллеги рядом тоже вон воют от восторга. Но надо быть очень внимательным, потому что видимость. Представляете, у меня вся кабина вот в этих вот, не знаю, как бы вам показать, кристаллики льда. Ну, вам, наверное, видно сейчас. Вот так это все выглядит. Можно что-нибудь нарисовать там, какую-нибудь букву там. Ух. Так, ну что, может быть, пойдем на переход 5570. Уже у нас вечер, почти 6 часов, то мы вполне можем прогуляться. Вот там вот у нас в том направлении как раз Монблан, Матерхорн, все наши дела. Я вижу брось черки линз впереди. Я думаю, что заодно и отмерзнем. Будем разгоняться. Я переставляю закрылок на позицию 2. Разгоняю планер до 180 и иду путешествовать. Дальше, друзья, ничего интересного. Самое интересное я вам показал. Летайте на планерах. Это волшебно. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Эй-эй-эй!